Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Марина на канале Русская Душа. Мы в моей помидорной теплице. Я хочу вам показать, как у меня шикарно выросли уже томаты. Просто шикарно, просто мне так нравится это все. Это вот свойство теплого грунта, так как у нас сегодня, наверное, только сегодня первый теплый день. Погода стояла нелетная абсолютно. На ночь я их укрывала под дугом. Сейчас у нас уже тепло будет. Будет плюс 8-10 ночью. Никаких проблем. В случае необходимости буду включать кабель. Подогревать грунт. От грунта будет тепло подниматься. Сейчас о другом. Я начинаю пасынкование. То есть удалять первые пасынки. Я сейчас уже повыщипывала. Но вам тоже покажу. Вот в этом ряду у меня детерминантные, то есть невысокие сорта. Я в открытом грунте вообще не выращиваю помидоры, потому что у меня фитофтора их убивает. Поэтому только в теплице. Вот. И чтобы посадить пораньше. И детерминантные сорта я пасынкую до первой помидорной кисти. Ну, а потом уже думаю, оставлять пасынки или нет. Так, вот. Теперь покажу вам, как я пасынкую. Вот они уже дали первые пасынки пазухах листьев. И вот я вам его сейчас буду показывать. Видите, вот пасынок. Смотрите, у меня будут сейчас страшные ногти. И вот это такой помидорный маникюр. Вот пасынок. Его нужно отщипнуть. Я ногтями так раз оставляю пенечек. Видите пенечек? И здесь также ногтями оставляю пенечек. Пенечек оставляю обязательно. Пока пенечек здесь, второй пасынок очень не скоро из этого места начнет расти. Если вы выломаете под ноль, то тогда у вас снова начнут расти пасынки из этого же места. Ну, которые совсем малюсенькие. Ой, пардон, листик мешает. Я их пока не трогаю, но я буду следить буквально каждый день. До первой цветочной кисти у всех сортов, и высоких, и у низких, я пасынки выщипываю. Я хочу вам сказать, я вас не учу выращивать помидоры. Я показываю, как делаю я. Вы вольны делать так, как вы хотите. Как я поняла, благодаря моим помидорам у меня очень быстро начали расти подписчики. Спасибо вам большое за это. Мне очень приятно, что вы увидите, как я их выращиваю. Давайте будем дружить. Вот, если вам что-то непонятно, задавайте вопросы, подсказывайте мне, если вы считаете, что ну, где-то вот вы лучше ориентируетесь, да, и я буду вам очень за это благодарна. Вот видите пасынок, вот он, вот он, вот он, вот, я его беру и вот так вот ногтями отщипываю, чтобы остался пенек. И вот тоже, вот, все. И вот буду следить каждый день, сейчас это очень важно. Вот видите, они уже друг другу мешают. Вот такой лес. Так, мне задали вопрос, что за земля. Земля у меня составная здесь. Песок, местный родной суглинок и торф. И немного перегноя. Все. Дело в том, что на нашей глине, которая здесь у нас родная, я вам сейчас ее покажу, выращивать что-либо я не рискую. Хотя знаю, что многие нормально выращивают. Вот посмотрите, какая у нас глина. Вот. Вот на этом желтом лопающемся безобразии выращивать что-либо я не рискую. Ну, разве вот только кошек. В этих, даже под пионами у меня составная почва. У меня во всех грядках составная почва. И большая часть почвы именно торф. Торф, песок, суглинок и немного перегноя. Вот так состоит. Здесь у меня сверху лежит мульча из прошлогодней скошенной травы газонной. Она перегнивает и удобряет, дополнительно удобряет почву. То есть идет постоянно процесс создание плодородного слоя. Вот. Ну, вот здесь вот я как раз, помните, вам говорила, что у меня страховочные были кустики. Опять вот продолжаем пасынкование. Вот. Вот здесь куст один чего-то загнулся у меня. Я его
Сейчас вот подсадила только, вот показываю его. Вот видите, какой же большой пасынок. Во, я тоже его отщипываю, оставляю пенек. Вот сейчас пройду по всем до единого кустам своим и проверю на наличие пасынков. Все пасынки выщипну и буду иметь вот такой вот помидорный маникюр. Аж лопаются пальцы. Кожа лопается на пальцах. У меня сегодня забрали 12, вот прям ящик. Вот так вот со стаканчиками. 12 первых штучек рассады. Эти денежки я отложу. И я их потрачу на что-нибудь нужное. Мне нужна почва. Может быть, торфика куплю для залужения сада плодового. Вот я стараюсь из этого нашего семейного бюджета не сильно тратиться на сад, а вот немножко заработать. Так, ну вот сейчас еще кому-нибудь соберу заказик из тех, кто мне заказывал в ящичек. И еще позову людей. Смотрите, бутоны. Видите, вот. Вот, вот тут бутон. То есть вот первая кисть. Скоро зацветут уже. О, пасынки. Вот, смотри. Видите? Вот они, в пазухах. Все удалять. Ни в коем случае не оставляем. Иначе у нас здесь корни-то мощные. Вот они. Корни мощные. Естественно, пасынки будут переть как сумасшедшие. Представьте, какая корневая у них. Если они посажены лежа. Веста пришла мне помогать. Веста проверила, пришла. Ну, что ты хочешь? Что ты хочешь? Какой у Весты хвостик. Какая шубка. Синие глазки. Ну, посмотри на нас. А куда ты пошла, дорогая? Веста любит очень быть рядом со мной. Видите, какие глаза у нее синие. Красавица моя. Помощница. Ой, они все время за мной по пятам тут ходят. Помогают маме, да? Ты моя кукла. Невская маскарадная Вестюша. Весточка. Ты мой сладкий. Она очень большая кошка. 7 кг весит, наверное. Девочка моя. Вот, показала. Первое посынкование. Помидорный маникюр. А вот в этих вот ячейках, вот они стоят, у меня сегодня посеяны огурцы. Я посеяла в каждой ячейке свой сорт. Это я не сорт, точнее, а гибрид партенокарпический. Женского типа цветения. Пучковые гибриды. Вот. Это я для соседей насеяла. Видите, как много у меня тут стоит. И вот тоже. А здесь у меня посажен теплый грунт. Один огурчик гибрид Арктика. Немножко у него семидольные страшненькие листочки. Но уже лезет настоящий. Вот он у меня здесь будет расти, плодоносить. Пока в огуречной теплице не заплодоносят его братья. А потом я его выдерну. О, видите, вот уже упустила. О. Ну, я тут еще раз пройдусь. Это я уже, знаете, так, бегом, галопом по Европам. Я сегодня, знаете, чем занимаюсь? Я вам сейчас быстренько покажу. Видите, освобождаются у меня горшочки. Эти я горшочки приготовила, чтобы сюда рассаживать анютины глазки, чтобы они ждали, пока освободится вот от тюльпанов вот эти клумбы. Вот. Здесь у меня тоже огуречики. Вот они, анютины глазки. Надо их распикировать. Ну, я часть посажу уже в клумбу на место. И вот сегодня, чем я занималась, я высадила перцы. Это вся моя рассада, все мои перцы. Больше и не будет. Здесь я посажу, ну, наверное, 3 куста баклажан. Не больше. Может быть, немножко пекинской капусты. Не знаю, посмотрю, что еще можно посадить. Здесь мне пришлось перцы посадить между моей зеленью. Видите, там вот вдалеке укроп. Редиска. Здесь на рассаду капуста и бархатцы. Вот высажены. Наполнили опять бочку мы. Сейчас муж придет, будет мне монтировать капельный полив. Это у меня взошла ежевика. Жду, когда укоренится. Здесь много уже. Видите, как много? Вот они. Много-много вылазит. Пока не укоренится, будет сидеть. Луки тоже ждут уже высадки в грядку.
Ну вот если сейчас соберусь, то эксибишн высажу. Это у меня дельфиниум. Тоже вот прямо хорошо себя чувствую. Сейчас немножко его тоже вот полью. Вот этот сухой. Вот этот вот. А это я принесла укрывной на всякий случай, если будет холодная ночь, чтобы перцы накрыть. Поэтому тут мне так куча лежит. Я с помидор его сняла. Ну вот. Всего вам доброго. Увидимся еще. Приходите. Будем дальше с вами огородничать. А с вами была Марина. До новой встречи.